Здравствуйте, я продолжаю тестирование бюджетных тепловизоров, на сей раз тестирую их на применимость для смотра электрооборудований. А вновь первым участником идет флюк ВТ-04, ну и начинаем осмотр. Вот сразу видно горячий участок, переключаем больше видимого изображения. Ну, с трудом, света мало, подсветки нет, но все-таки можно разглядеть, что это клемник между двумя автоматами. Температура, ну, где-то за 40 градусов, почти 44, даже больше 44. А вот я делаю кадр, потом я его вставлю в конце видео, и вы сможете детально его изучить. Ну вот, чуть теплый еще счетчик, но совсем чуть-чуть, а все остальное комнатная температура. Переходим к следующему участнику нашего теста. Это флир ТГ-165. Значит, ну, осмотр с ним намного быстрее из-за более широкого угла обзора. Вот этот же самый горячий участок. А вот с помощью лазера мы легко можем увидеть, на что именно мы смотрим. Ну и вот температура, он тоже говорит, что больше 44 градусов. А опять-таки этот кадр я вставлю в конце видео, и вы сможете посмотреть. Ну, его тоже чуть теплый счетчик. Ну и, наконец, переходим к последнему участнику теста. Это флир C2. А здесь уже расстояние достаточно большое, чтобы MSX работал эффективно. Более того, мы можем включить подсветку, и он будет вообще максимально эффективен. Вот. Сразу видны автоматы, видны клемники, намного удобнее. Видно, что температура вот практически под 50 градусов. Даже больше 50. Я вставлю этот кадр в конце видео, или может даже запишу просто видео, подключив этот прибор к компьютеру. А в отличие от остальных приборов, то есть он может быть подключен к компьютеру, и можно записать видео с него. Ну, в общем, на этом тест закончен. Спасибо за внимание.